очередные 10 ходовки, понимаете? Е5 эту свою фигню выставлял. Все, видишь, я сейчас ей не отдал. Да, это лучше, лучше на редакции. После B5 ты все равно отдал. Нет! Что ты делаешь? Там же будет 6. 5, ладно, все, отдай уже на E6. Так, аккуратненько. Ты иногда нельзя сделать через B3, а то мы уже без всего материала играли. У нас конь висит, поставь его на место. Тихо. Ты куда? Как сыграть? Коня куда хочешь, убери. Все, мои ходы уже давно. Давай, давай. Я 10 секунд проиграл за тебя. До 22-го ждем. Давай, давай, Никит. А я просто мышка. Ты хочешь пожертвовать? Да. Зачем? Не знаю. Нет, впереди же, что там жертвовать? Где ход? Тончайший ход. Смотри, что оказался. Все, последний ход у тебя. Давай, ну Е5, Е4, быстрее. Очень мало времени. Нужна игра, нужны шахи. Бей, ладья Е8, потом Д, Е8. Не знаю, зачем это ход. Король Б8, шах тебе. Да шах тебе, что ты делаешь? Отлично, Е3 грамотно. А бей пешку. Уж так долго-то. Давай, все, куда-нибудь туда. Все, мои ходы, отлично, шо. Что-то 10 вообще очень быстро. Ой-ой-ой-ой-ой. Такая же жесть вообще. Поехали. Текст Д3. Ты вынудил его просто сейчас Д8 пойти, можно сказать. Такой ход. Отлично, отличная жертва. Я понимаю, что ты зевнул, но отличная жертва все равно. Да все, от твоих ошибок. Я чуть больше тогда сделал. Да, что здесь получается? Взял, 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 взял. Взял, взял. Белая хорошая пешка. А что, ее нельзя взять? А, ладья же 3. О, взял. Взял. Все, выигрывай. Твои ходы, ладья, я один мат! Мат! Тихо. Все, спокойненько, Никит. Зачем ты сохраняешь это убожество? Так. Мы сейчас его удивим. Держи. Вот это удивил. Гамбит. Шок тысячелетия. Зачем слон D7? Ты играешь гамбит. Вот смотри, гамбит и скот слон D7 не сочетаются вообще никогда. Тихо. А даже в одном предложении. Слон D7, гамбит, нет, все, отменяется. Мои ходы. Давай. Долго думаю вообще. Меняемся. Зачем ты все отдал? Да кого это волнует? Сейчас заматруем. А, все, мои ходы кончились. Да. Ну давай, в твоем позиции, в твоем стиле. Белых нет короля, и у нас нет фигур. Да другой же пешкой, что ж ты делаешь? Ах, нормально, бей коня два раза. Давай, это много ходов, и сейчас я буду играть. Ладья F8, да, ладья F8, правильно. Да, все, занес. Не надо никого... Да ладья G2 же, блин. Ладно, так тоже хорошо. Моих ход нет, у моих... Так... Ему коня некуда девать, зачем ход H5, объясни мне. Ему самого некуда девать. И как мне будем пешки ловить, все мои. Я уже пытаюсь отдачу просто пешки не пропустить. Давай, Никит, соберись. Отлично, пешки не пропустить. У тебя есть 4 хода. 2 хода. Блин, как его ловить? Черт! F8. Шах, отлично. Шах, все, выиграли. Все, мои ходы. Давай, играй быстрее, ладья, ладью назад. Ладью, все ладьи назад, да, ладья H6 там как-то быстрее. Да не так, единственный ход сделал, который все ломает. Ладья C7, но уже быстрее. Да бей, блин. Как зачем ты там тормознул? Я не знаю, это тюрьмер,
Ты мне вообще никаких Да какой претензий. TeamViewer? Я видел, что ты тормозил. Это у меня так мышка работает. Давай, поехали. Я вызову его. Давай следующего. С ними интересно. Он играет Да. один и тот же шлак. Мы продолжаем огребать. Так, это 3 минут. Так. Наш рейтинг не может подняться выше 850. Видимо, уровень. Давай, ну быстрее, Е4. 5 секунд отдать! 5 секунд! Ужас какой. Давай, ладно, эта позиция хорошая, в ней можно очень долго делать тупые ходы. Конем, ладно, побил конем. Ой. Все отлично. Ты хотел на F3, понял, да? Как же F3, как же 2 приема, это очень тонко. Коня на c5. Сначала 1-1. Да ёпрст, ты как его теперь ломать там? Уже 4. Все, мои ходы кончились, конь f3 еще пойду. Да. Ферзь висит! Всё, спокойненько. Бей ладью там и h5. Отлично, отлично, контр-игра появляется. И, точнее, просто игра. АЖ! Я c1. Ну давай! У нас такая отличная позиция. Да что? Конь е6! Все спокойненько. Задумался. Зачем ты сейчас его туда завесил? Он защитит. Вот сейчас все пройдет. Он сейчас защитит. О боже. Все пройдет, видишь, угрозу. Ставим угрозу. Мои ходы, отлично. Мы выехали. Мы еще привезлись. А это другой, да, чувак? Да. Осталось флажок срубить. Интересно, мои ходы еще будут или нет? Да. Нет. Жалько. А зря шаг дал. Если бы не дал, твои ходы еще были бы. Поехали. Так, он играет, поехали, давай играй. Ладно, тупая скандинавка, но не важно. Гамбит Афанасьева. Она была через конь c6, гамбит Петрова. Тихо. Я же язык проглотил. Зачем менять ферзей? Ладно, нормально. Ты же сам их меняешь постоянно. Хорошо. Все, ходи. Хули, я стараюсь не менять. О, он ловится. Никто не ловится, он большой слон опять. Надо еще дойти, да? Пошел. Очень тонко. Так, мне еще пара ходов осталось. Да, вижу. Чуть не подставил под бой. Что делать, блин? Да пей. Нормально. Играй. Вот слон e3 сейчас пойдет. Не пойдет. Пойдет. Не пойдет. Хорошо, не пойдет. Да, бей, отлично, отлично. И ладья d3. Что-то завис, парень. F5 можно было включить. F5 надо было включать. Мы точно дали мат. Это не здесь, что ты делаешь. Что ты делаешь? Конь висит, конь e2. Ладно, мы выиграем эту партию. Ой. Может быть и нет. Да что ты делаешь? 4 секунды. Он сейчас зайдет за пешкой. Что ты делаешь? Я пытаюсь сделать так, чтобы он как-то не успел среагировать. Но он успел. 11-10. Зачем ты все отдал? Да ты, мы сходим, может? Да какая разница? Да ходи. Все, поехали. Не страшно. Все, сейчас я его отвожу. Давай. Отлично. Бредовый вариант. Гамбит 5 пешек. О, какой-то морок странный. С пешкой на F4 получился. Надо бить на D1. На D8, на D1. Теперь на D1 уже.
Пять. Шах, давай, дай шах. Подумай очень долго и дай лупый шах. Мои ходы. Не трогай фигуру. Брось. Зачем я все отдал? Ладно, ничего страшного. Очень важно сохранить коня. Почему? Потому что сейчас у него придется делать корявые ходы, а это всегда неприятно. Дошли. Все, твои ходы. Надо как-то на f7 напасть половче, ну ты понимаешь. Конь c4, как-то конь d6, что-то такое. Только он сейчас... А, ну хорошо, конь d6 выигрывал. А, нет, так сильнее как раз. Ну, хорошо, ладно. Не трогай, надо ладьи держать. Ладьи надо держать там, а не менять. Ой. Ну все, там конь f7, так ладьи держать надо, я же говорю. Ты их меняешь. Хорошо, коротков 1-1. 3 хода осталось. Мат висит! Быстрее на c7 ставь. Ладно, я такую добью уже. Твой ход последний. Ну поставь его на g, все, походи. Не, ну тут это срубили, да. Ну, молодец, 1 грамотно. Так, нам, может, и мои нарисуются? Нет, не нарисовались. Очень медленно стал играть в конце. 9 секунд привезло его. Все, поехали. Давай, e5. d6. d6. Хорошо, у всех здесь 7. Странный ход, ладно, не важно. Отлично, неплохая позиция. Так, ладно, это не проходит здесь, ну не страшно. Не в 6. Один ход. Все, отлично, мои ходы. Я уже видел, что собирался что-то отдать. Слон g6, давай, жалко, не проходит. Да бей. Ну не хочешь же структуру портить. Да и что сейчас король d7 зато спрячется? Ну сейчас на h4 ему надо играть. h4 нельзя. Аж, конечно. Жертв, зачем? Это не серьезный шахмат. Серьезный, еще 4 хода, он получит мат за них. Зачем? Все, мои ходы. Да. Давай там, ну все, мат, да, это не мат. Ну там добьешь как-нибудь. Ладья f8, ладья f2, неплохая идея. Чего? Все, играй как хочешь, времени мало. 7 ходов еще тебе надо сделать. Шах, шах. b8, да. Никаких угроз нет у него. Хорошо, очень медленно только. Еще 4 хода надо сделать. Меняй ферзей, ферзь под боем. Ладья f8 как-то. Хорошо, так, неважно уже. Один ход остался, отлично. Мои ходы. Давай занимайся. Мощнейшие пешки. Мат грозит в один ход. Мат, а, не было мат. Че, красиво. Да бей. Красиво тут. Почему у тебя жизнь, почему не проходил? Может и проходила, некогда было проверять. Ладно, выиграли. Следующее. Не, слушай, у нас уже получше пулька получается. На, e4. Хороший ход. Зачем ты отдал? Ладно, поехали. Треугольник Петрова. Да, конь c3. Не важно, любой ход, это позиция очень хорошая для того, чтобы я ее играл. Давай, занимайся. Как только это вскрывать? Ну все, уже вскрылось, все. Не то чтобы в нашу пользу, но для пули сойдет. Так, 4 хода и я опять. Да, ну я успею что-нибудь хорошее сделать за это время. Например. Ну какой-нибудь мат дать. Слабо верится. Все, мои ходы. Слон А6 добавь обязательно. Следующим прям ходом, да. Не надо ничего. Он сейчас неизвестно кого побьет, не надо ничего вешать. Все, теперь вешай. Ферзь H7 и ферзь H6, в этом была идея. И ферзь там падает на B6. Я вот это посчитал. Да что ты делаешь?
Ну, там ферзь. Да я все вижу, Никит, спокойненько. Я прям доволен собой, такая длиннющая комбинация в пуду. Он сейчас ладья F7 пойдет, и ты зевнешь ферзя. Он сейчас не будет ходить. Да как так? Все, мои ходы. Да, я заслужил дать пат в этой партии. Пат? Мат. Пат? Зачем ты дал минуту ему? Для этого, для риску. Я буду доигрывать. Окей. Она успеет? Да. Ты блуждаешь. Правила блуждающего квадрата. Она молодец. По-моему, Олег что-то делал по этому поводу. Блуждающего квадрата. Почему нам никто не аплодирует? Отмотать не удалось. Да, ну всем спасибо. 15 минут уже, 16. Давай.